Кукайф, ребята, с вами Рисман, и сегодня я вам расскажу, как дюпать алмазы в Майнкрафте без каких-либо модов. Всего-то нужно взять алмазы в инвентарь, просто вот так вот их положить сюда, затем куда-нибудь подойти и начать их вот так вот выкидывать под себя. Ну, не просто выкидывать, а именно навести курсор мыши на алмазы. Они обязательно должны быть в инвентаре, а не в хотбаре. И просто нажимаем теперь быстро Q и ждем, пока они снова попадут нам в инвентарь. И вот, как видите, у нас уже 16 алмазов. Еще раз, не до конца, допустим, выкидываем, 24, ну и так далее. Что ж, этот дюп работает практически с любыми вещами. Ну что ж, давайте возьмем немножко изумрудов, положим их в инвентарь и попробуем также повыкидывать. Выкидываем, ждем. И отлично, у нас снова 15 изумрудов. Как видите, это совершенно без каких-либо модов, без всяких схем, тут ничего абсолютно нету. Давайте попробуем любой другой предмет, допустим. Допустим, те же тоже железо, допустим, берем 7 железа, встаем сюда, начинаем его выкидывать и ждем, когда оно у нас снова подберется. Оно у нас должно вот буквально ежесекундно, ну, не совсем. Вот, оно поднимается, у нас уже его больше, снова выкидываем, ждем, и оно у нас снова падает в инвентарь, его становится гораздо больше. Ну что ж, вот такой вот крутой дюб в Майнкрафте. Кого он удивил, реально, ставьте лайки, также скидывайте друзьям, дабы они тоже были в курсе. Ну а на этом все, с вами был Рисман, всем удачи, всем пока!